Footmaster Production – это не только футбольный канал. Тут вы можете увидеть и прятки, и баскетбол, и много интересных рубрик. В общем, очень достойный канал. Ребята проводят множество розыгрышей, в которых я, кстати, принимал участие. Хочешь поучаствовать и попасть в футбольную семью Footmaster? Тогда подписывайся. Ссылка в описании. Все опять мы с Даней. Это мы снимаем видосы с Даней Дослащик. Мы сегодня будем снимать видосы классные. Мы будем смотреть Данину видосы, которые я с ним был и не с ним. Мне как понравится, мне и мы с Даней снимаем. Погнали. Давай опять. Еще раз всем привет. Если вы не поняли, что сегодня будет происходить в видеоролике, то сегодня я буду показывать тиктоки, свои тиктоки Владу. Да, я понимаю, что тикток это частично зашкварная тема, но в 2021 году, когда казалось бы, что уже нужно показывать какие-то результаты в ютубе, я пытаюсь покорить любые соцсети, чтобы хоть какой-то результат найти. Я понимаю, что название было слегка кликбейтное, однако по фактам один из моих видеороликов набрал достаточно много просмотров, как минимум лично для меня. Поэтому давайте все сегодня видеоролики оценим и посмотрим, может быть и вам что-то понравится. Погнали смотреть тиктоки! Ура! Так, смотри, я сейчас мне дадут пас, и вот я сейчас ударю, смотри. Угу. И я гол забиваю. Это я на турнире, когда еще играл. Угу. Как тебе? Понравилось. Я здесь еще подошел, сказал, мам, я тебя люблю. Мама была? Я ей в камеру привет передал. Да, ну. Ставишь лайк или дизлайк этому видео? А где? Просто от себя. Ставлю лайк. Лайк, хорошо. Давай дальше тогда. Смотри, я сейчас здесь обвел игрока. Смотри. Я забил гол. Да, смотри, вот здесь обвел игрока. Потом еще финт сделал. Сейчас вот сделал финт. Ага. И после этого забил гол. Как ты считаешь, это красиво? Да. Красиво. Лайк или не лайк? Подписка и лайк. Полностью согласен. 3, 2, 1, погнали. Обычный Даня. Даня. Секси Даня. Даня. Робот Даня. Даня. Милый Даня. Даня. Мальчик Даня. Даня, Даня, Даня. Крутой Даня. Даня! Понравилось. Как ты прокомментируешь данный видеоролик? Понравилось. А что тебе здесь понравилось? Даня. А, ты даже знаешь, мне понравилось. Ты это видел уже? Да. А ты здесь был? Ну, когда-то был. Это мы с Диной ходили видеоролик мне снимать. А. И здесь Дина решила заснять, пока я пинал мячик. Я даже не знал, что она снимает. И удары были такие себе. Ну, как тебе песенка? Песенка понравилась? Да. Так, смотри, что здесь будет. А, я уже видел это. Точно? Попасть он в ту девятку? Изи. То есть это я сказал, и я уже на воротах вишу. А. Как такое может быть? И смотри. Я же говорю, это просто вообще. Я понял. Короче, там был человек, но он похож на твою майку красную. И он так переоделся, чтобы превратился Даню. В принципе, логично. Что за бутылка? Смотри, смотри, смотри. Понял, что произошло? Понял. Что произошло? Короче, ты ногой пнул. Только смотри, и я бутылку сбил одну, баночку точнее. Да. Видишь? Там стояло две баночки, и я нижнюю сбил. Как тебе такое? Классно. Это мы с тобой тут паны даваем, которые я тебе, которые мы где шубов, где там синие волосы, белые волосы, красные волосы. Ты что сделал-то? Тебя толкнул. Влад, это нормально? Да, смотри сейчас. Да она видела уже. Смотри, что будет. Че? Я понял, что прикол. Короче, ты ударил туда, и мяч, как и мяч перевернул эту сторону. А как такое может быть? Такое реально вообще? Да. Смотри, ворота загружаются, 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 загружаются. И после этого я пинаю и попадаю в девятку. Ты бы смог так же? Да. Как тебе такое? Классно. А что здесь прикольное было? Ты бы туда пнул. А потом, смотри, как я ударил со всей силы. Как? Смотри. Вратарю даже в лицо попал. А знаешь, в чем прикол? В чем? Это мое самое популярное видео, и на данный момент оно набрало 11 000 просмотров. И вот момент, который может решить судьбу шатла.
Это я так сильно промахнулся, да? Да. Это нормально, что я так промахнулся? Нет. В смысле? Ты надо мной еще издеваешься? Это, короче, Моргенштерн. Это тоже Моргенштерн, так точно. Хорошее видео? Тебе не кажется, что мяч сейчас в тебя прилетит и бдыщ, как тебя врежет в лицо? Блин, там было белое лицо, почти клоун, видишь? Клоун? Сам-то клоун, блин. Там было, смотри. Да где тут клоун? Вот смотри, сейчас будет. О, вижу? Да нету там клоунов. Ой, я уже увидел когда-то давно. А что здесь было? Да, короче, припнул мост. Нет, ты припнул воду. Воду? Да. Смотри, я беру баночку, пинаю баночку, и баночкой в баночку попадаю. Да. Это очень тяжело. Ты бы смог такое же бы сделать? Да. Давай тогда договоримся, что ты будешь летом так стараться пинать. Ладно. Если так сделаешь, я тебе куплю все, что ты захочешь. Даже велосипед? Даже велосипед, но ты такое не сделаешь, я уверен. Видишь, я от всех убегаю, и потом бах, как пяточкой забиваю. Красиво получилось? Видишь, мальчик ударил, а вратарь не смог отбить. У него мяч полетел в ворота. Хотя он вроде бы отбил, да? Он отбил, получается, ворота. Ты бы лучше вратаря бы смог бы отбить? Или тут считаешь, что вратарь просто случайно так получилось? Руки из жопы растут. Ну хотя бы за песенку нужно лайк ставить, я считаю. Ты согласен? А ты что отлайкал-то? У меня тут лайки все поставлены уже. Это ты отбил? Угу, это я вот так вот прыгнул. Это мой друг, а он мне, видишь, как хорошо пнул. Смотри, как он меня хорошо пнул. И я, смотри, сейчас как прыгну. Вот так вот прыгнул, и гол ему помешал забить. Все, больше видеороликов нет. Какой тебе из всех моих видеороликов понравился больше? Ну вот это. Где я разговариваю как робот Дани еще, да? Так, какой еще? Еще тут. Где мы с тобой на футбольном поле? Вот этот? Где мальчик убьет поворотом, и он не смог отбить, да? Да. А остальные все такие средненькие видеоролики, да? На момент снятия данного видеоролика у меня вот такие показатели в ТикТоке. Сейчас, чтобы этот видеоролик был тоже еще покруче как-нибудь, мы постараемся с Владом снять какой-нибудь футбольный ТикТок и выложим его в ТикТок. Мы просто снимем ТикТок и выложим в ТикТок. Как-то очень не круто звучит, да? А, я понял. Мы выложим подписчикам, они посмотрят и нам лайки дашут. Короче говоря, ждите наш новый ТикТок, посмотрим, сколько он наберет просмотров. И, возможно, я уже какой-то там монстр по подписчикам, монстр по лайкам, а возможно и нет. Будет интересно, чего я добьюсь в ТикТоке. Мы будем периодически выкладывать видеоролики, чтобы вы оценивали наш прогресс. Ну, а если ничего не получится, то все будет так же, как и на Ютубе. Это Мирочка Снимай, всем пока, и мы очень любим вас. Подписчики, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и мы пока. И поставьте мне лайки, пожалуйста. Я Ванюшка Куш, и я тоже подписку вам и лайк. Вы тоже подписку и лайк, и колокольчик.